Приветствую вас. Давайте мы разберем ваш вопрос. В четверг приехал забирать бабушку из деревни внук, двоюродный брат моего мужа. Остановился ночевать у нас, завтра уезжает утром. Сегодня я ушла утром на работу на сутки. Звонит муж, спрашивает, чем кормить гостя в обед и на ужин. Продукты есть, можно приготовить, не очень понятно, зачем вы перечисляли, да? Вот, почему-то я не позаботилась, а должна была, по мнению мужа, приготовить еду именно сегодня. Я сама вчера и позавчера заботилась о том, чтобы они были сыты, пекла блины, суп был, но закончился уже. Новый не успела приготовить. Блин, это даже не мой родственник. Я готовила еду гостю, делала все, что в моих силах эти дни, но не приготовила на сегодня. Вместо благодарности виновата. Меня эта ситуация вывела из равновесия. Просто помогите разрешить, дать совет и взгляд со стороны важен для меня. Смотрите. В первую очередь, психологи не дают совет. Это первое. Поэтому я думаю, что советом, по крайней мере, вот, я вам, по крайней мере, совет не дам точно. Это первое. А второе. Я думаю, что, коли такая ситуация у вас возникла, то отношения с вашим мужем, как мне кажется, явно не самый лучший. Вот. Ну, то есть, я хочу сказать, да, что вот у вас в отношениях с мужем, вот, скорее всего, есть на данный момент какие-то проблемы. Раз он, да, вот так, ну, как это сказать, а раз он так, ну, относится к вам, вот, раз он так воспринимает то, что вы делаете, вот, на мой взгляд, ну, это вот в данном случае очевидно. Вот. А, значит, то, что у вас есть какие-то проблемы с мужем. И, по моему мнению, именно на них вам нужно обратить внимание. А какие могут быть у вас проблемы? На мой взгляд, это нечеткие личные границы ваши. Когда очевидно, что вы делаете что-то сверх своих возможностей, сверх своих сил, вот, после чего испытываете, ну, вот, так скажем, ну, негатив. Какой-то, да, то есть вы чувствуете себя, ну, как будто бы опустошенный, да, вы вот стараетесь что-то делать, да, вот, но при этом вот вы
ну, действуете, по сути, на износ. Вот, это большая проблема, на мой взгляд, потому что вы здесь, получается, как будто бы себя не, ну, не цените. Вот. Вы ждете этого от мужа, да, то есть вы ждете, что он будет вас ценить, но очевидно, что муж воспринимает то, что вы делаете, как должное, вот, потому что вы сами к этому относитесь, очевидно, так же. Вот, я думаю, что более четкие личные границы, да, более открытое, искреннее взаимодействие с вашим мужем, то есть, чтобы он знал и понимал примерно, что с вами происходит, да, чтобы он отдавал себе отчет, кто, какие у вас переживания, да, и что вас там беспокоит, к примеру. И чего вам, допустим, тоже хочется, да, чего вам хочется, чего вам не хочется. Вот, чтобы он был в курсе вот этих вещей, вот, это позволит вам подобных ситуаций избегать. А если вам кажется, что ваш муж обесценивает вас, вот, если вам так кажется, то вероятнее всего, это правда, то, что ваш муж действительно может вас обесценивать, вот, как, к большому сожалению, это действительно может быть правдой, вот. И я думаю, что если подобное происходит, то это связано, на мой взгляд, только с тем, что вы обесцениваете сами себя. Ну, вот, какими-то своими действиями, да, вот, вы себя обесцениваете, к сожалению. И, соответственно, муж ваш вам это, ну, по сути, что отзеркаливает. Он вам это отзеркаливает, то есть отражает вам то, как вы сами к себе относитесь. Поэтому, если вы перестанете себя обесценивать, будете относиться к себе более ценностно, вот, то я думаю, что и муж тоже перестанет это делать, перестанет относиться к вам так, как он относится сейчас. Вот. А так у него, ну, рождаются ожидания, вот, что вы будете поступать определенным образом. Вот. И необходимо понять вообще, чем его ожидания продиктованы, да? Вот. А дальше, то, что вы можете сделать для себя в этой ситуации, да, ситуация непростая, болезненная для вас, очевидно. Вот. На мой взгляд, заключается в том, вот,
то, что вы можете для себя сделать. Это, значит, как-то вот эмоционально, да, выразить то, что, ну, то, что вы чувствуете. Просто вот свою реакцию, да, вот. Выразить максимально соответствующим образом, то есть, чтобы вы чувствовали, да, максимально полно выразилось словесно. Вот. Мне кажется, то, что вы можете, то, что вы можете для себя сделать. Ну, в этой ситуации. Вот. И тогда, соответственно, вам будет, ну, получше, чем сейчас. Вот. Хотя, проблему это, конечно, не решит. Ага, я имею в виду, как-то 100% не решит проблему. Потому что трудности во взаимодействии с вашим мужем, они сохранятся. Ну, все равно, если с этим ничего не делать, да? Вот. Поэтому старайтесь не использовать временные решения. Вот. Больше все-таки опираться на решения такие, я бы сказал, да? Определяющие. И все у вас будет хорошо. Да, конечно. Придется что-то менять, и в вашей жизни придется что-то менять, и придется менять в отношениях с мужем, вот, ну, потому что, опять же, очевидно, да, что есть какие-то вот неустраивающие вещи у вас. Вот. Поэтому в этом направлении тоже как-то двигаться придется вам. Вот как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго.